Hey, you guys, с вами Шумики, и сегодня мы поиграем в одну просто бомбящую игру. Это Electronic Super Joy. А если вы играли когда-то в игры наподобие Geometric Dash, то вы поймете, о чем эта игра. Но здесь нам нужно управлять. Внимание! Имеется нецензурный брань, ну, нецензурная лексика. Все что-то та-та-там. Tone of Crazy Language. Нету никаких переключений, как я понимаю, субтитров. Подождите, да, нету языков. Пиксель арт, музыка и что-то еще. И здесь есть сексуальный контент. Блэсшеми. Окей, полетели. У нас первый уровень — это добро пожаловать. И, в принципе, полетели. Вы последний арм, защитник, в диско ворде 1515. Вы последний из своих лет в войне с Роком. Юласт, вы последний задница что-то, диджей, and you lost. И вы последний, кто должен... Какую-то задницу, визард дьявольская, это ваша... Это история о квесте To Get Revenge, где вам нужно заполучить задницу. И что-то связано с жопой там точно было. А что? Окей. О, пошел на зон. А я немного поиграл ровно 3 уровня. Поэтому я знаю, что да как делать немножко. Добро пожаловать. We've been waiting. Мы тебя ждали. Лайк, жизнь навсегда. Большой ступай, веселись, мы любим тебя. Не знаю. Oh yeah, we have something. Мы хотим иногда. He gift for you. Они дают тебе оружие. Прыгай и нажимай X для смеша. Yes. Подожди. Это тебе пригодится. Ох, нет. Я думаю, они могут вернуться. Тебе следует идти. Пожалуйста, иди. Пока. Дуда. Хороший день. Ох, е! Комс. Они вернулись. Joy Us. Танцуй. Грови. Не знаю. Бешеные. Безумие. Фиг того. Запомни или... Так, помни о... нашем смеше. Окей, запомнил. Ай, чуть не коснулся. Если что, если мы касаемся врагов, мы автоматически задыхаем и отправляемся на последний чекпоинт. Игра на самом деле бомбящая, им на жопу разорвать будет, как нихер делать. О, здесь уже, видите, пошло... Такая вот движуха с движущим экраном, где нас с вами подгоняют. Нам нужно просто спешить. Так, это хирурги, которые нас будут убивать. Ну, так я и говорил, я вот этот уровень прошел, и в принципе все. Типа, я думаю, игра прикольная, она более-менее зайдет для меня. Мне поиграть. Ах! Серьезно? Я сдох у самого... У самой сохраненки. Yes. Если мы дотрагиваемся до экрана, мы тоже автоматически вздыхаем. Поэтому лучше не касаться ничего, что тут есть. В плане острова... Ага.
Нихера. Думали, я снова проиграю. Короче, чтобы перезапустить уровень, нажми R. Ту-ту-ту! А как? В смысле, а как мне это нужно было сделать тогда? Да. Я не понял, как мне тогда нужно было там перелететь. Ага, все хорошо. Так, хорошо. Ту-ту-ту-ту. Тун-тун-тун. Хорошо, хорошо. Готово. Все, здесь я остановился. Короче, использую стик, то есть удержусь в направлении, чтобы крепиться. Еба. Я ж нихера не вижу. Да, белый свет равно смерть. Так, здесь типа лабиринта? Или тут должно было быть сложно? Ага, тут есть платформа, хорошо. Главное не упасть. Понимаете, там я не видел кусочка, то что там есть еще кусок платформы. Нафиг она убивает. Ага. Хорошо. Ага, мне в этот момент я понял. Мне интересно, а где здесь эротический контент? Типа женские стоны? Да, тогда да. Ну и вот эти звуки тоже такие себе, не очень. Куда? Куда мне... А, тут все порталы, ё-моё. Воу! Я забыл! Я думал, знаете, как Марио на голову прыгнуть и всё. Ё-моё. Короче, здесь можно... Центральное, окей, я понял. Ну тут, видите, есть одна, которая тебя сразу телепортирует... К флажку! Окей. В чем сложность? Ага. Ни хрена как. Я вас понял. Я вас понял. Это сложечно. Не знаю, что за звездочка, но я взял. Понял, надо спешить. Я не понял звездочку, которую я подобрал, что она дает. Ни хрена себе. Ладно, это было несложно. Это тоже было несложно. Воу, скользкие платформы. Это типа лазера? Понял. Эй! А, я знал это. Я знал, что я сдохну почему-то. Видите, здесь нельзя спешить. Здесь нужно все рассчитывать правильно. Ох, нет. А, миссилес. Ё-моё. You can smash.
А-а-а. Я могу их убивать. Для этого прыгни. Подожди, а как мне это провернуть вообще, я имею в виду в плане? А, короче, просто бежать. Бай, пока. Don't go down. А, не смотри вниз, мужик. Все, мне нужно сдохнуть здесь. Я специально... А, я звездочку не заберу. У-у-у, там внизу шипы еще есть. Ага. Окей, я лучше это проскипаю. Тут еще есть один... Манать! А чё так сложно? Да, нормально. Нормально, нормально, нормально. Я сдох. И финальчик. Лучше пускай он проедет, чтобы я видел, куда мне прыгать. Оу, щит. Я понял. Короче, нужно херячить, пока они не наплодили этих ракет. Не, музон отменный. Музон отменный. А что меня убило? А, меня свет этот убивает? Добро, буду знать. Ладно, буду знать. Быстрее, говорит, don't waste time. У нас нету времени, не стой. Что это за херя? Манать, они еще и взрываются после. Это просто пиздец, ребят. Сори, но это так. Как мне... Ладно. Почти! Почти! Я не могу взять. Тупой экран. Короче, а здесь главное не стоять на месте. Главное бежать сразу. Ну, именно в том моменте, когда мы прыгаем. То есть, нельзя вообще ошибок делать по запрыгиванию. А я теперь не успеваю, ракеты быстрее до меня долетят. Не, хотя могу постоять, поуничтожать ракеты. Давай, 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 побежали, побежали, побежали.
Все отлично. Блять! За что? Идеально ж было. Ладно, в этой игре нужно успокоиться. Здесь, мне кажется, умирать все равно много раз придется. Окей. Хорошо. Я, ладно, не буду их собирать, просто буду бежать. А, там слишком экран медленный. Я заберу звездочку. А с них еще тоже херячат ракеты. Фак. Как вы мне это предлагаете сделать? Это просто нереально. Во-первых, это очень медленно, понимаете? Они очень сильно медленно летят. А, там конец уже был. А, тогда это изи. Ну сейчас бы не допрыгивай только, знаете. Не, на самом деле это легкий уровень. Все. Ладно. Вот хорошо. У меня время аж есть, да? Я успею? Да. Пока луч не дошел до меня. Хорошо. За мной будет меньше лететь. Все равно я не скажу, что игра такая уж легкая. Нормально. Это ж специально сделано. Видите, чтобы сразу на следующую сахаранку добежать. Нахер, нахер. Хрена там звук. Но я просто, понимаете, дело в том, что я не успел. На самом-то деле. Них убивать легче будет. Ладно, эти меня не догонят. Так, я на кладбище каком-то. This pass inside. He dust. Это тебе не даст умереть. Хибина, оно тебя позволит что-то контролировать. Always to kill you. Оно может убить тебя. Gus, you will have you to murder him, no? Ну что ж. Hyundai. I'm the poop.
И я дам тебе, блять, подняться. О, перстик. Чего? Это что за корабль? Окей. Сайнер? Асинер? Ни хрена себе. Это типа босса? Подожди, тут... А, типа мы с вами сдохли, мы сейчас откуда-то вылазили. Какого черта меня вверх не подбросило? Я говорил вам, что это будет легко. И я вам скажу честно, это ни хрена не легко. Я не понимаю, я должен его жопой атаковать, но я тогда умру. Или же мне нужно подниматься? Поднялся, проверяйте. О, я попробую его атаковать. Нет, его атаковать нельзя. Мне интересно, что дальше будет, если здесь такая жопа начинается в начале. Да ёбать! Слышь, батюшка, на НЛО... На НЛО. Может, ты мне хочешь помочь? Нет? А, вот здесь, да, нужно ускориться. Ну, мне тогда нужно сразу же подняться. Только вот так. Так, мы подготовили корабль. Запрыгивай в него. Что вы придумали на этот раз? Это рели босс? А, ну... Такие боссы для меня... Пустяки. Ой, вот это уже не пустяки. О, бля, тут еще эти появляются. Да, я так понял. А если вот так сделать? Не, оно там очень быстро все равно не будешь стрелять. Все равно очень быстро стрелять ты не будешь. Первое то, что здесь эти появляются. А, я еще влево... А, тизи! Какой-то он легкий. Там есть промежуток специально, где тебя вообще не цепляет. Бу! Во-ха-ха! Подожди, это продолжение битвы с боссом? Fuck.
он... А, он там распадается. Да, это все еще босс. Блин, я путаюсь в своем и вражеском. Вражеской ракете. Она. Интересно, сколько ему нужно попаданий. И главное, что его еще не коцает. Я ж ударил. Первая всегда здесь, вторая всегда там в углу. Дальше они начинают рандомиться. Бля, я его почти убил. Главное хотя бы по две ракеты сносить сразу. А вот это было плохо. Плохо. Я еще упал. Он успеет ракеты запустить меня? Можешь лазер вырубить? Спасибо. Он опять убежал. Так, окей, подожди, давайте я выйду в меню. Нет, это еще не все. Ну, давайте закончим тогда битву с ним. I'm no mad. Are you killed the pop? Ты убил попа. А, монаши, поздравления. Биться это... Эти биты в твою... Так... его голову. Адемп Попер. Я ждал этого. Anyway, но все равно хорошая работа. Yes. Окей, давайте, я думаю, тогда мы с вами на вот этом вот моменте закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. И сколько вообще тут миров? 1, 2, 3. Четыре мира, ну, четвертый здесь я вижу за звездочки. Поэтому на этом мы с вами закончим. И всем пока.